Длина цепня достигает 3 метров. Тело паразита плоское и состоит из члеников. У взрослого цепня их бывает 800-900. На переднем конце тела находится головка. Она очень мала, не больше булавочной. Ее можно хорошо рассмотреть под микроскопом. На головке 4 присоска и около 30 острых крючков, расположенных 2 венчиками. С помощью присосков и крючков паразит прочно прикрепляется к стенке кишечника человека. От небольшой шейки непрерывно отрастают новые членики. Молодые членики очень малы. Постепенно их размеры увеличиваются. В кишечнике человека паразит окружен полупереваренной пищей. Он всасывает ее всей поверхностью своего плоского тела. Органы пищеварения у цепня отсутствуют. Ядовитые выделения цепня попадают в кишечник человека и вызывают постепенное отравление всего организма.